В октябре 2012 года в Севастопольском центре здоровья и населения «Спорт для всех» произошло историческое событие в мире боевых искусств Украины. Силами спортсменов-энтузиастов был проведен первый чемпионат Украины по боевому искусству пинчак-силат. Силат – обобщающее название для боевых искусств Малайского архипелага Юго-Восточной Азии. Считается, что слово «силат» обозначает одну из разновидностей народного танца, сопровождающего пение и игрой на свирели. Силат на западной Яве имеет название пинчак и тоже исполняется как танец. Таким образом, пинчак-силат является боевым танцем народов Азии. Силат известен на Малайском архипелаге с 7 века. Он считается исконным видом боевых искусств малайцев, населяющих побережье Суматры и Малайского полуострова. Силат сыграл важную роль в истории региона. В древних государствах Суматры и на Яве воины в обязательном порядке должны были усваивать силат. Во время голландского господства в Индонезии и британского Малайзии силат был запрещен и длительное время практиковался нелегально. Пинчак-силат – очень энергичное боевое искусство и включает в себя как ударные техники рук и ног, так и броски, подсечки, прыжки, перекаты. С недавнего времени пинчак-силат практикуется в Украине. Президент Федерации пинчак-силат в Украине Дженіш Караєв, вице-президент Федерации Дмитрий Гловацкий. Организатором чемпионата выступил Севастопольский клуб боевых искусств «Хваранг». Главный судья соревнований – Игорь Пасечный, Запорожская область. Главный секретарь – Ольга Василенко, Севастополь. В организации проведения чемпионата принимали участие президент Севастопольской федерации тэквондо Александр Пироженко, вице-президент Федерации боевых искусств Автономной Республики Крым, региональный представитель Федерации пинчак-силат Украины в Автономной Республике Крым Тимур Усейнов, региональный представитель Федерации пинчак-силат Украины в Одесской области Сергей Грицак. На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости. Настоятель храма святителя Николая в Камышовой бухте протоиерей Сергий Федоров, председатель Совета ветеранов Чернобыля Сергей Быковский, представитель Севастопольской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Станислав Колтуков, председатель Севастопольского городского отделения инвалидов Чернобыля Татьяна Киевская, атаман Свято-Никольской Камышовской сотни Александр Карпенков, а также воины-интернационалисты, ветераны Чернобыля, казаки Координационного совета казачьих общин при Севастопольском благочинии. После приветственных слов гостей чемпионата свое искусство продемонстрировали танцевальная студия «Фрэш», руководитель Юлия Демоненко, акробаты «Дюсяша Чайка», руководитель Евгений Клочков, группа спортивного тэквондо тренера Ольги Василенко и Сергея Степанова.